Вас вітає служба інформації телерадо компанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым выпуску. Разобраться детальово и объективно. Старшиня Гомельского облвыконкама Геннадий Соловей провел прием громадян. Конкурсы, танцы и казашное представление. У регионе протягиваются святошные ранишники для детей. Фликер за мест проездного. Гомельские школьники под час новогодних каникулов могут бесплатно ездить в маршрутках. А зараз об этом и иншим больше подробно. Питание жилево-коммунальной господарки, працовного законодавства, земельной спречки. Сегодня старшиня Гомельского облвыконкама Геннадий Соловей провел первый в этом году прием громадян. Шести человек, которые записались на встречу, половина жихары чыгуначнага района Гомеля. Тему протягне Марина Джалая. Первый на прием пришла жихарка завулка Пушкина. Шматкватерный дом, где живе жанчына, больше 10 годов тому был признан аварийным. За год планировалось расселить жильцов. Але до этого часу питание не вырашено. Ситуация оказалась на самой справе достатково непростой. Геннадий Соловей дал доручение вырешить проблему гомельчанки, як мага хутчэй. Наступный зворот от работницы 25-й гомельской школы. Жанчына не згодная с умовами працы. У першую чергу это тычется финансового аспекта. Старшиня облвыканкама пообяцал разобраться у конфликта ситуации и принять необходимые меры. А вот у наступной проблеме, об якой рассказали жихарки интерната на Яфремова, правда, докладно не на боку звернувшихся. Справа у наступным, амаль 30 годов тому, яны перегородили эвакуационные лесвицы на своим поверсе. Таким чином, на лесвичной пляцовце замест места агульного корыстания з'явились два изолированные покои. Жанчыны просили дозволу покинуть им самовольно занятые квадратные метры. Але гэта немагчыма, и цагляную кладку придется разобрать. Бяспека громадян на первом месте. Если бы вы были на площадке одни, да, для вас это был бы, может быть, лично для вашей семьи, это был бы эвакуационный выход. Но здесь же проживает на этаже еще сколько там людей, да? Аварийные выходы никто не имеет права загромождать. Это наша с вами безопасность. И вы поймите, на сегодняшний день никто не даст команды вот этот вопрос снять с контроля. Вы поймите. Поэтому я вам ничем не помогу. По этим питанням абсолютно однозначная позиция как у Геннадия Соловья, так и у керавництва областной жилево-коммунальной господарки. Довольно часто граждане, не читая законодательные акты, начинают устраивать самовольно какие-то перепланировки, якобы улучшить для себя, соответственно, место обитания своего. Но законодательно четко определено, вот, что может гражданин у себя в квартире делать без получения соответствующих разрешений, согласований на перепланировку, а что категорически запрещено. Дарэчы, такие факты, когда люди без узгоднения на свой, как кажут, страх и рызыку ликвидуют аварийные выходы, не редкость. Самое легкое покарание за это – штраф и демонтаж. Самое жесткое – гибель под час пожару за немогчимости покинуть помешкание. Пути эвакуации всегда должны содержаться в исправном свободном состоянии. Не допускается устраивать на путях эвакуации перегородки, влияющие на безопасную эвакуацию людей, а также перепланировку, которая уменьшает эвакуационные пути. Вот бывают реальные случаи, когда вы видите, что люди изменили планировку без согласований? Да, такие случаи есть. Непосредственно мы проводим профилактическую работу, проводим мониторинги объектов. Если выявляем нарушения, то привлекаем людей к административной ответственности. По всех зворотах, адресованных Геннадию Соловью, будет проведено пильное и объективное разбирательство. Марина Джалая, Сергей Лукашук, телерадио, компания «Гомель». Еще одна возможность вернуться с питаниями до представника улады – субботней прямой линии. Завтра звороты жихару региона будет принимать керовник справ Гомельского облвыканкама Алина Кличковская. Связаться с ее можно будет по номеру 33 12 37. Так само в эту субботу прямую линию проведет керовник справ Гарвыканкама Алексей Васюшенко. Телефон для связи 33 07 62. Прямые линии будут працевать, как обычно, с 9 до 12 годин. Мазырский НПЗ завершает будовництво комплексу гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков H-Oil. И он включает комбинованную установку гидрокрекингу, установки вытворчести водороду и серы, 21 объект агульно-заводской господарки. Реализация инвестпроекта позволит повелишить выход светлых, больше дорогих и запотребованных рынком нафтопродуктов до 70% и обеспечить глубину перепроцовки нафты до 90%. Прогнозный кошт проекта больше, как миллиард долларов.
Новогоднее чараўніцтва протягивается. Сегодня Гомельская областная организация Белорусского товариства Червоного Крыжа провела доброчинный ранішнік для детей из отдаленных вёсок нашего региона. Ладили свято у лялішным театре, куда школьники приехали разом со своими наставниками. Запрошение отримали так само проживающие дома интерната Васильевка. С подробностями Евгения Кухаронок. У карагодзе больш за 200 удзельнікаў. Зусім хутка яны адправяцца ў прыгоды па выратаванні вясёлых матрошак з палону бабкі Ёшкі. Супрацоўніцтва Гомельскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага крыжа з лялічным тэатрам вядзецца даўно, і ранішнікі сталі ўжо традыцыйнымі. Аднак сёлета было вырашана запрасіць на свята дзяцей з вёсак, што тэрытарыяльна знаходзяцца далёка ад Гомеля, і падараваць юным гасцям захапляльныя ўражанні ад прадстаўлення. Мы должны не забываць, взрослыя і общественные организации, государственные органы власти, что каждому ребенку необходимо внимание, необходим праздник. И сегодня в эти новогодние праздники, в рождественские праздники, мы дарим деткам тепло, дарим нашу заботу, ну и подарки. У нас 1580 первичных организаций Красного Креста. Можно представить, сколько праздника мы подарили детям. И плюс еще наши спонсоры. Где-то около 3000 детей охватил Красный Крест Гомельщины. Казачные герои, а их каля 20, забавляли детей танцами, загадками и жартами. Удельникам представления удалось выратовать матрошек и подаровать их Деду Морозу. Свято протягнула дискотека. Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы те, которые в школе учатся, получали хорошие отметки. Пусть каждый ребенок был счастливый и взрослый тоже. Солодкие сувениры от Червоного Крыжа чакали юных гостей свята напрыканцы представления. Однако до того еще один подарунок подрыхтовали артисты лялишного театра. Яны запросили гостей на спектакль под назвой «Планета полная цудов». Евгения Кухаронок, Сергей Лукашук, телерадио, компания «Гомель». За семейный капитал с этого года можно будет будовать жилье. Шмадетные семьи, которые имеют потребу поляпшения жилевых умов и стоять на отповедном улику, смогут дотерминово скористаться капиталом. Одна из причин, по якой они часто не сгаджаются на жилевое будовництво – отсутность сродков на погашение кредитов на так званые лишние метры. Зараз на этой меты можно будет тратить семейный капитал. Таким чином, колькость шмадетных семей, которые ранее не могли вырашить жилевые питания, повинна снизиться. У 2018 году для этой категории громадян побудовали амаль 1800 кватер. У 2019 свыше 2000. Столько ж плануют и сёлета. Зусім хутка новоселыми дома на Гомельской улице Оськина станет шмадетная семья Балдовских. Вольга дарэчы не шакала, что от моменту постановки на улик до пропановы кватеры пройдет так мало часу. И она так само спадзяецца на семейный капитал. Кредитных сродков на весь кош жилья не хопить. Предложили несколько вариантов. Ей был выбор, из чего выбрать. И мы выбрали этот дом наш, и потому что мы вообще сами живем в Новобелице, любим наш район. И поэтому предпочли, конечно же, остаться все же здесь, в собственном жилье, которое будет в этом же районе. Дамы для шмадетных будуются у Гомелі и кожным райцентре. У сельской мясцовости есть вариант поляпшить жилевые умовы не только шляхом индивидуального будаўніцтва, але и покупкой нерухомости на другосном рынку. Пропрацовывается пытание и предоставление жилья с фонду коммунальной маемости. Шмадетные семьи сельских населенных пунктов могут удельничать у будаўніцтве кватер у райцентрах. Флікер замест проездного. Гомельские школьники по час новогодних каникулов могут бесплатно ездить у маршрутных такси. Для этого юным пассажирам необходимо предъявить водителю светлоотбивальный элемент. И он промацовывается до одения и робит дитя прикметнее в вечерний час суток. У акции берут удел только в ушни малыших классов. Эта инициатива Дзяржаўтаінспекцыі. Яе, дарэчы, патрымали усе городские перевозчики и водители экспресс-такси. Для профилактики дискодержного транспортного травматизма всегда ищем новые методы и подходы, да, чтобы профилактировать ДТП с участием деток, то есть чтобы дети не получали ни травм. Это как один из методов, да, предотвратить дорожно-транспортное происшествие с участием детей. Кампанія будзе доўжыцца да 11 студзеня. Гэта адзін з метадаў прафілактыкі дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму. У бліжэйшы час да яе далучацца Рэчыца і Рагачоў. Дарэчы, у Гомельскай вобласці ў мінулым годзе за адсутнасць святлоадбівальных элементаў да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнулі каля 10 тысяч удзельнікаў дарожнага руху.
Знетра у земных и часовых. Выстава археологичных артефактов из разных районов Гомельщины открылась у палаца Румянцевых и Паскевичев. Докранулась до истории наш корреспондент Ганна Каральчук. До векового юбилея музея отдел археологии и аховы историко-культурной спадщины вырешил першиню собрать у одном месте самые цікавые знаходки опошних годов из усей области. Инициативу подтримали каля 10 доследчиков из Института истории Академии наук Беларуси, Державного Эрмитажа, Университета имя Франциска Скорины, Ветковского музея староверства и белорусских традиций имя Шклярова. Так само на выставе представлены выники пошуковых работ музея Палаца Румянцевых и Паскевичев. Их фактически никто никогда не видел, и они лежали в запасниках у исследователей. И большинство, абсолютно большинство, может, за редким исключением нескольких предметов, они экспонируются впервые. И это все новейшие результаты за последние 5-7 лет. Наверное, самый удивительный и фактически единственный в своем роде, который не находит прямых аналогий, это кремниевый кинжал, шлифованный кремниевый кинжал. Относится он к периоду Бронзового века. Это раскопки Николая Николаевича Кривальцевича. Это Академия наук. Больш за 10 археологічных помнікаў і каля 300 экспанатаў. Наведвальнікі ўбачаць знаходкі каменнага і бронзавага вякоў, ранняга жалезнага веку, раннеславянскага і старажытна-рускага перыёдаў, эпохі Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. У прыгажэнні посуд, зброя і прылады працы з каменя, гліны і каляровых металаў. У экспазіцыі прадстаўлены знаходкі з Гомеля, Мохава, Юравіч, Лоева, Ніжняй Олбы, Гарошкава і іншых месцаў Гомельшчыны. Дарэчы, каля вёскі Навасёлкі Веткаўскага района былі знойдены кремниевые прилады, которые датуются примерно 30 тысячами годов до нашей эры, что значно ранее, чем известная сейчас первая стоянка людей у Юровичах. Кто ведает, какие открытия еще утоиваются у нетрах земли? Главное, что молодые доследчики полные ожидания их найти. Начала с первого курса ездить, очень-очень понравилось, и решила ездить постоянно. Езжу уже 4 года, участвовала в нескольких экспедициях, в том числе с Гомельским университетом. Вообще я много чего находила, но знаете, самое-самое еще не нашла. Пока только такое, керамика, осколочки чего-нибудь. 10-11 век и палеолит, верхний палеолит. А мечтаю, что найти тогда? Мечтаю найти какое-нибудь украшение, тоже 10-11 века. Я пишу по нему курсовую, поэтому мне очень интересно будет именно найти. Убачить археологичные артефакты у палаца Румянцевых и Паскевича можно будет до 15 соковика. Ганна Каральчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Далее коротко про надворье. Гололедица, мокрый снег и туман чекаются в ближайшие дни на территории Гомельской области. Температура поветра будет триматься каля нуля, у ночные годины незначно опускаться. Завтра чекается бесперапынная облачность, у день невеликий мокрый снег. Ветер заходний 4-6 метров за секунду. Температура поветра у нашей складе до минус 5 градусов, у день до плюс 2. У неделю на большую участку территории региона зранку опустится туман. Чекаются опадки в выгляде мокрого снегу, у вечера завируха. На особных участках дорог гололедица. Ветер паўднёва-заходний 5-10 метров за секунду. Температура поветра в нашей складе каля нуля, у день до 2 градусов тепла. Гэты и іншыя новини вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте! Без жертв не обошлось. В Жлобинском районе на пожаре погибла женщина. В агрогородке Кирова горел жилой дом. Хозяйка-пенсионерка 1928 года рождения проживала одна. Когда спасатели прибыли на место, происходило открытое горение кровли. При разведке на полу в горящем помещении обнаружили хозяйку дома без признаков жизни. В результате пожара уничтожена крыша дома, имущество и стены по всей площади. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Следственный комитет проводит проверку. А в Гомеле горел подвал в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Чкалова. Когда спасатели прибыли на место происшествия, подвал был задымлен, а доступ в него ограничен. Сотрудники МЧС эвакуировали двух жильцов из квартир, расположенных на втором этаже. В медицинской помощи они не нуждались. В результате пожара повреждено имущество подвала. Пострадавших нет. Рассматриваются две версии возникновения возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Эвакуация потребовалась и при еще одном происшествии. В Гомеле по Рижскому проспекту произошло возгорание в жилом доме. По словам очевидцев, пожар сопровождался громкими хлопками. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, эвакуировали из здания более 50 человек. Обошлось без пострадавших. Известно, что горел мусоропровод. Причины возгорания выясняются. В Гомеле проводят проверку после пожара у городской елки. Вечером 2 января возле нее загорелась конструкция Деда Мороза. Причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с пиротехникой. Со слов очевидца, который обратился в оперативно-дежурную службу УВД, незадолго до пожара возле елки ходил мужчина с ребенком. Гомельчанин 1974 года рождения не отрицал, что вместе с сыном 2012 года рождения находился возле елки. С его слов, примерно в 18 часов мальчик использовал пиротехническое изделие, которое по неосторожности отлетело к фигуре Деда Мороза, проинформировали в УВД. Спустя некоторое время сотрудники ОМОНа заметили схожих по приметам мужчину и несовершеннолетнего. Их доставили к месту происшествия и передали следственно-оперативной группе. В настоящее время проводится проверка. Кстати, из-за нарушения использования пиротехники в новогодние праздники двое жителей региона получили травмы. Бедой закончился праздник для 38-летнего жителя деревни Храковичи Брагинского района. Запуская салют, мужчина проигнорировал элементарные меры безопасности и едва не лишился глаза. А 60-летний житель Рогачева вышел полюбоваться эффектом от использования петарды. Но в результате получил тяжелую травму руки, лишившись сразу трех пальцев. Это вся информация на сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завтра для гомельчан откроет свои двери футбольный манеж. Во время открытия пройдут показательные выступления футболистов и учащихся с дюшор номер 8. Теперь тренировки на траве у гомельских футболистов и воспитанников спортивных школ будут проводиться круглый год. Напомню, в длину манеж 115 метров, в высоту 24. Купол имеет два слоя, между которыми циркулирует горячий воздух. В футбольном клубе «Гомель» проходят кадровые перестановки. У команды сменился главный тренер. Теперь ее возглавляет Иван Биончик. В 2019-м он руководил ФК «Днепро». Кадровые изменения коснулись и состава. Команду покинули Дмитрий Игнатенко, Нивалда, а также Антон Шрамченко. Контракт продлили вратарь Олег Ковалев, защитники Егор Трояков и Руслан Юденков, а также полузащитники Иван Жесткин, Евгений Милевский и Дмитрий Терещенко. Что касается новичков, ими стали Артем Васьков и Дмитрий Гамза. В Ричице завершился открытый турнир по баскетболу на призы мастера спорта международного класса Натальи Марченко. За награды боролись девушки 2007 года рождения и моложе. На соревнования приехали женские баскетбольные дружины со всей страны и ближнего зарубежья. По результатам соревнований замкнули тройку представительницы Нижнего Тагила. Хозяева площадки заняли второе место, уступив спортсменкам из Гродно. Костюковка приняла сразу два областных турнира по греко-римской борьбе. Чемпионат области и открытый турнир памяти заслуженного тренера Беларуси Константина Марочкина. В чемпионате области за призы боролись более 80 спортсменов региона. По итогу в общем зачете победила дружина Гомеля. Представители Мозыря и Светлогорска заняли второе и третье места соответственно. На областном командном турнире памяти Марочкина победила команда «Гомель-1». Серебро у дружины «Гомель-2» замкнули тройку призеров представители Жлобина. Гомельчане привезли медали с чемпионата Беларуси по академической гребле на тренажерах «Концепт». За призы боролись мужчины и женщины, а также юноши и девушки 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. По результатам соревнований представители Гомельской области среди взрослых спортсменов заняли первое место и завоевали два золота, серебро и бронзу. Во второй возрастной группе второе место в общекомандном зачете и 6 медалей. Золото, 4 серебра и бронза. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».